Интернет, с вами Никита Бринов из Дерево Продакшн, и сегодня мы поговорим о правилах фотографии. Каждый из нас так или иначе фотограф, ведь у каждого есть фотоаппарат. Каждый из нас так или иначе фотограф, ведь у каждого есть телефон с камерой. В Инстаграме каждый день публикуется 100 миллионов фотографий и видео. Как выделиться из этого огромного числа? Ну, как минимум, нужно знать базовые правила фотографии. И сегодня мы с вами изучим 3 базовых правила фотографии. Но чтобы было интереснее, для фото я буду использовать iPhone 11 Pro. Ага, хер там. Nokia N97 Mini. QWERTY клавиатура. Резистивный сенсорный экран. Камера 5 мегапикселей. Оптика Carl Zeiss. Ему почти 10 лет, но... я думаю, он справится с задачей. Пау, пау. Что это? Я думаю, ни для кого из вас не секрет, что фотографировать лучше всего в дневное время. Потому что у телефона матрица маленькая. Чем больше света, тем качественнее снимки. Поэтому мы отправляемся на улицу. Поехали. Ну вот мы в центре города. И для съемки нам нужна модель человека. Танцуем! И первое правило, о котором мы поговорим, это правило третей. Что это такое? Мысленно делим экран на три части по вертикали и на три части по горизонтали. Самые главные объекты должны располагаться на пересечении этих линий. Следующее правило называется кадр в кадре. Вы можете найти какую-то рамку обрамления. Это может быть арка, дверной проем, оконный проем, ветки деревьев, что угодно. Таким образом, вы создаете дополнительную глубину. И в данном случае это забор чугунный. Следующее правило называется правило пространства. Оно касается движения. В фотографии должно быть движение. И направлено оно должно быть слева направо. Ну, если вы читаете слева направо, то, соответственно, слева направо визуально у нас воспринимается, считывается изображение. То есть взгляд изображаемого объекта, человека, в данном случае, должен быть направлен слева направо. Либо движение объекта должно быть направлено слева направо. Вот так. И запомните самое главное правило. Забудьте о правилах. Просто получайте удовольствие. Мы желаем вам отличных снимков. Давайте скажем спасибо нашей прекрасной модели Наташе. Наташа, спасибо. Обращайтесь еще. Конечно. Оп. Пока. И вот мы оказались в центре города. Санкт-Петербург. 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 Ну вот мы в центре города. Говорю как мудак просто. A piece was missing.